На самом деле, видите, у нас такой эксклюзивный, можно сказать, концерт. Мы на самом деле вот с Витей не играли уже года 4. Вот. И тут вот решили, значит, так по местам боевой славы дать такие концерты. Частично вот, ну, со старым репертуаром. В таком случае. На самом деле многие не знают, что очень многие популярные песни, они принадлежат авторству группы Лихолесье. Вот, например, вот Виктор Демидюк, когда последний раз возвращался из Непала, написал песню «Мои мысли, мои скакуны». Вот. А многие думают, что это, вот, ну, как вы сами понимаете. Вот. И вот так дело обстоит с очень многими песнями известными. На самом деле они все так или иначе принадлежат творчеству либо вот нашему совместному, либо вот Виктора Демидюка тоже. Вот. Так что мы сегодня будем вот примерно в таком духе и играть. Первая песня называется «Блюз 2012». Это из такой последней пластинки официальной Лихолесье, которая, ну, в общем, так и называлась. Плюс, не торгуйся меня, мама. О, как мой
деле мы реально очень давно не играли эти песни, и я их практически не исполнял на своих там, последних выступлениях, последних лет. Поэтому такая вот у нас это сегодня импровизация прям. В городе станет еще холоднее.
эти песни, вот на самом деле вот это было написано где-то году 2010. Но вот как-то так получилось, да, что многие из них попали в точку, в общем, со временем. Написано вот уже в момент, когда потихонечку начинался проект «Клубник 82», и так получилось, что мы играли с Вадимом Петровичем Кузьминым, «Черным Лукичом» совместные концерты по Украине. Вот, и во время вот такой поездки сочинилась эта песня. В некотором роде она
Ну, как уже я потом понял для себя, наверное, она где-то ему посвящалась. Звезды в млечной высоте, а лед вновь на мачтах паруса плавает, но растворяясь в повседневной пустоте, нам все труднее верить в чудеса. И пророчат камни вслух, возвращайся, сделав круг, возвращайся, сделав круг. Осень кружит в альсе по земле, дремлет у прохожих на руках, остывают листья в октябре, как планеты в строгих небесах. Береги себя, мой друг, возвращайся, сделав круг, возвращайся, сделав круг. Песни из новых, но, в общем, такую вот первую часть, грубо говоря, мы решили все-таки
ретро-вариант. Я не знаю, знаете ли вы эти песни, мне просто даже интересно, как бы, то есть, может быть... Пашкин знает, нам напил. Это понятно. Все равно, что Гриша в Одессе. Но не стали взрослее, чуточку злее, чуточку резче. И время кажется в два раза быстрее в постели, когда в нее сыпется вечность. Я остаюсь тебе первым, жду, когда не выдержат нервы. Через край, Lucy in the sky. Будь мне милой, будь мне стервой, последний мой патрон уже первый. Обнуляя себя до предела, рождаешься смело сквозь кожух сомнения. В разгаре бойла никого не задело, кончается нефть, наступает похмелье. Я остаюсь тебе верным, жду, когда не выдержат нервы. Через край, Lucy in the sky. Будь мне милой, будь мне стервой, последний мой патрон уже первый. Заряжай, баю-бай. Планетарно-круговое движение, как поражение, и планетарно-круговое движение, как поражение, и планетарно-круговое движение, вниз отражение, вверх отражение. Я остаюсь тебе верным, жду, когда не выдержат нервы. Через край, Lucy in the sky. Будь мне милой, будь мне стервой, последний мой патрон уже первый. Заряжай, гитару можно чуть-чуть добавить? Не надо. Не надо? Хорошо? Не надо. Можно добавить.
Это кто сказал? В смысле третью, что ли? Это же голос незнакомый. Соки поднимает. Ты принял весь огонь на себя, я принимаю в расчет. Чем глубже река, тем тише она течет. Все вместе, но каждый в отдельной палате. Кошки, мышки, самим собой под кроватью. Друг другу попадая всякий раз с крючка на крючок. Чем глубже река, тем тише она течет. Знать, в чью пользу выпадет счет. Слишком близко река, слишком тихо она течет. Слишком близко река, слишком тихо она течет. Слишком близко река, слишком тихо она течет. Близко река, слишком тихо она течет. А вот следующая песня, ну она прям попала вот вообще в самую прям точку, хотя написана была вот тоже задолго до всяких там печальных событий, которые сейчас происходят. Вот. И она, конечно, больше имеет отношение уже к проекту «Плотник 82», но, так сказать, записывали мы это все вместе на тот момент. Вот. Она называется «Архипелаг Донбасс». Архипелаг Донбасс.
устал от перемен декораций и лиц. Крысы изящно покидают корабль, крысы превращаются в птиц. Стая уже почуяла кровь, она ждет, когда скомандуют вас. Я лежу на траве, а из скважин в груди пульсируя сланцевый.
вот эта песня прям совсем-совсем старенькая, даже не помню. Год, наверное, 2002 что-нибудь такое. Пока ночь не спрячет твои сны.
цветы. Что виноват, что я как берег, а ты вода. Но корабли стоят в порту, и ветер жжет паруса. С тобою и без тебя. От бесконечности до нуля. Но если нет начала, то сколько не идти, все зря. Над нами плывет луна. И если город нам скажет «да», я открою свои тайны, а ты забудь мои имена. Плюс ничего не остается, только ночи ощущение блюз. Одним из них.
И ты можешь стать одним из них. А кто-то пьет свое пиво и доволен вполне, а кто-то лезет на трибуны в своем нижнем белье. Родины нет во мне. Соображать на троих, пока одни патриоты хоронят других. И ты можешь стать одним из них, и я могу стать одним из них. А свобода — это козырь у меня в рукаве, свобода — это опухоль в моей голове. Только родины нет во мне, снова родины нет. Странно в выставочном зале Рожина. Сейчас поймал себя на мысли. Хорошая была мысль. Да. Да, следующая песня, она имеет такую историю. Вот вы, наверное, все слышали о недавнем таком громком конфликте, связанном с российскими хакерами, которые взломали предвыборную систему у, как у вас принято говорить, у наших партнеров. Да, вот. Так вот, дело в том, что как узнали, значит, американские спецслужбы, что это именно были российские хакеры. Вот. На самом деле, когда они начали их прослушивать, то первые строчки, первое, в общем, то, что они услышали, это было «Перезагрузи меня, мама». Вот. И дальше непереводимая игра слов. Так что, в общем, следующая песня — гимн российских хакеров. Кончился блюз. Перезагрузи меня, мама, пока не кончился блюз. Подъем из похмелья снова просят огня. Я держусь, пока мама мелофон у меня. И этой ночью мои рифы не лошадь попадают в твой пульс. Перезагрузи меня, мама, пока не кончился блюз. Перезагрузи меня, мама, пока не кончился блюз. Начало всех начал, я не увидел концов. Мы потеряли свое сердце, потеряли лицо. Осталось только эта песня, отхлебни ее, попробуй на вкус. Джаз. Я держусь, пока мама мелофон у меня. Я держусь.
Следующая песня имеет, так сказать, последствия некоторые. Вот по мотивам этой песни, наконец-то, мы напечатали тираж футболок «Плотник 82», вот, которые, ну, мне как бы давно хотелось это сделать, но мне не хотелось это делать как-то банально и просто там что-то писать. Вот. А здесь вдруг родилась мысль, что нужно написать «Плотник 82», вывожу из запоя, выгоняю из страны. Вот. Дима, крупно, на самом деле, эти футболки, я знаю, что используются во многих наркологических клиниках города Белгорода. Вот, весьма успешно, то есть терапевтический курс проходят. Вот, есть свидетели, да, вот на самом деле. И есть, правда, небольшое побочное действие. То есть, как бы, те, кто выходит из запоя, потом бывает, что выезжают из страны. Вот, это пока не исследованная, так сказать, реакция, но... Вот я думаю, что в ближайшее время, да, мы как-то это будем с этим. А знаете, на меня это тоже как-то работает. Вот я из страны выезжаю достаточно часто. Вот все остальное, к сожалению, пока не работает. Вот, а вот вторая часть как-то. Она неизвестна. В общем, песня называется «Из этой страны».
очень рад, что все идет так вот очень хорошо, и вы все очень внимательно слушаете. Большое вам спасибо. На самом деле, чтобы не было вот всяких хождений, но уж если кому-то сильно прям надо, то вы можете это сделать. Так, в общем, сейчас будет несколько таких вот песен из последней пластинки «Плотник 82» «Атомы любви». Собственно, вот заглавная песня. Ночью весь этот снег растает, и кто потерялся, вернется в стаю. Я знаю, что ты почти на грани, но я тебя понесу, как знамя. Ночью весь этот снег растает, и Герда снова отыщет края. Босая, пусть мама ничего не узнает. Смотри, мысли растворяются, как в молоке. Смотри, как кружится планета на своем поводке. И с неба падает комета. Хочешь, лови. Мы превращаемся в атомы твоей любви. Любви.
получилось. Я вот в том году написал, ну, грубо говоря, там полальбома «Атома любви» за 3 дня. Вообще, это просто... И вот, в частности, вот это была песня «Атома любви». И вот следующая, которую мы сейчас... О, Алексей, а ты как раз пропустил песню про медведей. Я все слышал. Вот, все подтвердят, что сейчас была песня про медведей. Да, где-то на белом свете там все эти сына, башни бродят, как медведи, отирают они землю. Я стану рубахой твоей, примерь меня, ночь шевелится за запертой дверью. Что-то не так пошло в этой премьере, и нам ее не досмотреть. Мы словно мишени в заброшенном тире, лапаем стены на съемной квартире. Все холодней эти ночи копили, и кто их поможет согреть? Рядом с тобой дышать глубоко. Воздух наполнен воском и плавится, все тяжелее мне с ним справиться в этой холодной войне. Последний постельный неандерталец крутится стрелками, кольца на пальцах. Все, что теперь по жизни останется, спеть эту песню тебе и рядом с тобой. Социальные удаются, так сказать, вещи. А здесь вот выяснилось, я вот, Виктор Ильич, я одну песню сейчас это не по списку будет. Не по списку сейчас будет песня, но что-то вот она, мне кажется, надо ей вот завершить вот эту лирическую нашу часть небольшую. Da-d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 a-
самом деле было и прошло. Мы с тобой кружимся в танце, в вечность нагишом. Больше нечего стесняться, было и прошло. Странная песня, непонятно про что. Кричали врачи, пальнули солдаты.
суши сухари, да читай по слогам. Под рубахой печать суеверного страха. Тихо гнутся коленки, да щекочет в груди. А только как ни крути, не грешно и не свято, что медведи гасят утром фонари, фонари. Светная старость, остаемся целоваться у дверного глазка. Полетела в строю, да кому теперь важно подбирать в разбитых стеклах отражение зари. А только как ни крути, не смешно и не страшно, что медведи гасят утром фонари, фонари. Когда вот у вас был президентом другой человек, и многие думают, что эта песня «Медведи в гасе тут там фонари», там строчка. Нет, я подчеркну, нет. То есть это не, никакого отношения она не имеет к политике, то есть ни про Медведева, там, ни про кого, а именно про каких-то метафизических медведей. О них лучше всего знает Алексей Пашкин. Я вот о них ничего не знаю. Я не знаю, о чем эта песня. Я не понимаю, кому она нравится, почему. Для меня это загадка просто. Там Медведев сидит на плечах Пашкина, идет и гасит. Но Алексей Пашкин почему-то вот... Я не знаю почему, то есть, может быть, он... Причем он мне это пытается объяснить всякий раз, но от меня, знаете, как-то нить ускользает постоянно. Он неуловимо как-то это объясняет на каком-то уровне. Вот я вот чувствую, что вот-вот-вот сейчас я уже пойму. Вот-вот, и вот и в какой-то момент все-таки оп, и он так раз и уходит. Ну, пока вот. Еще не было того медведя, который висел вот на Пашкина. Вот. Да, братцы, ну что, надо как бы... Давайте еще какую-нибудь, мы совсем прям старенькую песню. Видите, у нас
такие грустные песни в основном. Но будет в конце еще одна веселая, или две. Вот. Есть еще у нас в запасе парочка веселых, а сейчас мы еще на вас это, страху нагоним чуть-чуть. Вспоминаю, я ее написал в 2003 году. Я с ужасом просто думаю, что, блин, сейчас 2017 год на дворе. Это просто какой-то кошмар. Тогда казалось, что в 2017 году я был, наверное, каким-то суперстарым дядькой вообще. Ну, так и есть, в общем.
друзья, ну видите, Алексей Пашкин подпилил мне струну. Да, вот, он стыбался бы над медведями. К сожалению, да. Поэтому я думаю, что все-таки придется нам сделать, знаете, небольшой перерыв. Но давайте мы сильно далеко не расходимся. Да. Вот тут за этим столиком можно купить пластинки, диски, футболочки, наклеечки, да. Реально там просто есть вообще мега-раритет. Я случайно обнаружил просто десяток дисков альбома «Летать» 2010 года. Просто вообще там дикий раритет. И есть еще альбом «Лихолесье плюс 2012». Тоже прям вот вообще. Друзья, давайте, в общем, не расходимся. 5-10 минут, и мы будем продолжать. Да, все, будем пытаться собираться. Такая очень старенькая и наивная песня. Thank you.
на конвой, а ты рыдаешь, там должен быть кто-то другой. Слава Богу, твои слезы не замерзают зимой. Воу-воу-воу-воу-воу. И вот две двери, выход и вход. Еще одно падение, еще один взлет. И целый ворох бестолковых побед. Но только это в счет. Вестей от тебя с каждым письмом, увы, но твой почтовый год сам горевшим крылом. И я пью из стакана с простреленным дном. Покажи к тебе дорогу, если будет диплом. А здесь одна дорога. Пыш, 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 пыш. Слышишь, слышишь, как она дышит. А ее пальцы коснулись крыши. Я ломал твои лыжи, чтобы стать чуть-чуть ближе к тебе. Последнего времени. Песня на стихи одного детского поэта. Вот, когда-то ее даже исполняла группа «Дядя Го». Вот. Но дело в том, что я изменил в этой песне одно слово. Вообще у меня есть такая тема, что я, если мне нравится чья-то песня, я изменяю в ней одно слово, и она становится моей песней. И становится, да, политической, правильно заметил. Вот, сейчас будет эта песня. Вот, она называется «Стеклышко». Вот, я в ней тоже изменил одно слово, и она, мне кажется, стала ну, более актуальна, так сказать. У Саши есть кораблик, у Пети пистолет, но желтенького стеклышка у них, конечно, нет. Когда все небо хмурится и сердце как тень, гляжу я в это стеклышко и вижу ясный день. Гляжу я в это стеклышко и вижу ясный день. У Саши есть корабль, у Пети пистолет, но желтенького стеклышка у них, конечно, нет. Когда все небо хмурится и сердце как тень, гляжу я в это стеклышко и вижу ясный день. Гляжу я в это стеклышко и вижу ясный день. У Саши есть кораблик, у Пети пистолет, но желтенького стеклышка у них, конечно, нет. Когда все небо хмурится и сердце как тень, гляжу я в это стеклышко и вижу ясный день.
все небо хмурится, и серо все, как день. Гляжу я в это стеклышко, и вижу ясный день. Гляжу я в это стеклышко, и вижу ясный день. Так, я хотел спросить у начальницы мероприятия, Наташа, что у нас как по времени? Еще есть время у нас? Часов. Полчасика есть еще? Полчасика. Хорошо. У Саши есть корабль. Читаю ваши недоумевающие взгляды, так сказать, а, собственно, где, в общем-то, слово, вроде ничего не меняется. А вот, друзья, сейчас я вам покажу, как вот на примере, когда, изменив всего лишь одно слово, очень сильно меняется смысл песни. У Пети есть кораблик, у Вовы пистолет, но желтенького стеклышка у них, конечно, нет. Когда все небо хмурится и сердце как тень, гляжу я в это стеклышко и вижу ясный день. Гляжу я в это стеклышко и вижу ясный день. Спасибо! Спасибо, друзья. Сейчас будет вот уже в заключение нашего концерта не менее странная песня. Многие люди ее воспринимают серьезно, многие... наоборот, вот с некоторой иронией. Я сам не знаю, как к ней относиться, вот, но вы все поймете. Согреет пламенем свеча, как будто из последних сил. Ты точка всех моих начал, ты мой священный крокодил. Ты дверь, в которой нет ключа, ступени в небо без перил. Моя вселенская печаль, ты мой священный крокодил. Прости меня за то, что я тогда тебя уговорил. Прости меня за то, что я тогда тебя уговорил. Послушал эту песню, он сказал, это самое честное, что может мужчина сказать женщине.
Спасибо, друзья! Вот на этой оптимистической ноте, я думаю, мы будем завершать с вами наш концерт. Большое вам спасибо, что вы все пришли. Вот. В общем, короче, вы поняли, там все эти наклейки, диски, футболки. В общем, прямо у нас очень большой популярностью пользуются наши наклейки, потому что оказалось, что их дешевле клеить, чем обои. Очень многие покупают вместо обоев прям клеят. Вот. Прям очень такой, знаете, бюджетный вариант. И опять же, хипстерская мода сейчас вот в Белгороде наступает, опять же. Так что все очень в тему. Друзья, ну давайте, знаете, вот я так думаю, что, наверное, нужно нам закончить песней Вадима Петровича Кузьмина. Вы знаете, сложилась такая традиция, мы на концертах при Харисе очень часто его песни, ну, как по одной, там, по две песни исполняли. Вот. И этого человека уже с нами нет, и мы последние годы с ним очень были дружны, и, в общем, я рад, что его песни продолжают жить, и, ну, в общем, как-то так. Друзья, спасибо вам большое, что вы пришли.